Я задумал написать картину о торжестве мужского и женского начала. Холст 120 на 90 взялся за работу. Пока писал, сочинился небольшой текст в виде эссе на эту тему. Вихрь танца, взмахи страстей, союз двух сердец в объятиях то нежных и тонких, то стремительных, грозных. Он ведет, она поддается, и, уловив сладостную паузу, тает рассудок, исчезают преграды. Взглянуть на нее – дверь в мир чудес, где страсть витает в замысловатом танце. Безграничность эмоций, буря чувств. Что возникает между ними в их совместном дыхании? Нежные, буйные, влекущие встречи. Страсть влечет и освобождает, разрушает невидимые границы, создавая новый порядок. Сладость мгновения, застывшая на полотне. Взаимозависимость душ. Касание сердец, глубинное откровение и пламя жизни. Давайте танцевать, чтобы купаться в этом бесконечном наслаждении страстью.